Умница, идем. Ты по полосочке будешь идти? Идем. Идем, моя умница, идем. Идем. Идем рыбку ловить. Ты же хотела? Идем. Вот моя умница. Осторожненько лапками. Ну, какая умная. Понимает дырочки. Идем, 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 идем. Идем, идем, на рыбалку идем, идем. Моя куколка. Идем, идем, идем. Молодец, идем. Кукушка. Такой вот лес у нас тут. Закрылись уже кувшинки. Ля, как заросло. Я только была здесь недавно, все было. Ты лягушку испугалась? А вон, смотри, Дань, видишь? Вот. Вот так, оп. Вот. Все, Паша. Все, да. Все, уходим? Иди, давай я тебя на руках тут пронесу. Хочу поближе приблизить, что тут еще и желтые кувшинки есть. Сделали такой прудик. Тут еще цветные рыбки. Живут разные, но их сейчас не видно. Давай, давай, чухай вперед. Идем, идем, идем. Идем домой. Это не такой опасный мостик. Давай, давай, за мальчиками чухай. Давай, давай, давай. Тут я когда-то фотографировалась, но уже все заросло. Все, идем. Идем домой. Веди меня домой. Веди меня домой. Домой идем? Идем домой? А Куся, пойдем в дом? Все, веди в дом, веди. Веди в дом, умница, веди меня в дом. Ведет, подталкивает меня. Знает, куда заходить. Идем, идем.
Это у нас театр. Видно? Там кинотеатр Шевченко. Это вот старый центр, скажем так. Ну, дальше тут сквер, такая же красота, просто весна только началась. Весна, лето только начинается, весна заканчивается, поэтому цветения такого еще нет. Кусты, наверное, уже отцвели, которые цвели. О, меня пропускают. Это у нас называется, девочки, бульвар Пушкина. Он очень длинный. Здесь у нас сидят художники по выходным. Всякие промысловики творческие. Это мне нужно попасть. Я сниму, тогда поставлю на свой канал. Их немного перенесли, поэтому я все не могла попасть. Их поснимать. Я иду в гости, поворачиваю. Здесь у меня знакомые живут, друзья. Вот такая красота.